Bir qarashda o'zimizga o'xshatmaydigan yonimizdagi odamlar aslida bizdan farq qilishmaydi. O'rni kelganda bizdan-da kuchliroq, bizdan-da shijoatli. Assalomu alaykum. Joriy yilning 6-13 oktyabr kunlari Indoneziyaning Jakarta shahrida 3-chi Para Osiyo o'yinlari bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan unda ishtirok etadigan sportchilarga O'zbekiston bayrog'ini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir davomida namoyish etilgan klip musobaqalarga tayyorlanayotgan paralimpiyachilarga bo'lgan ishonchning namunasi bo'ldi. Lola endi nafaqat xonanda, u rejissor sifatida yonimizdagi insonlarning irodasini ko'rsatish istagida. Izlanish va katta mehnat natijasi 3 oyni talab etdi va nihoyat xarli oqshomda o'zgacha klip taqdimoti. Xayrli oqshom. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Men ham xursandman. Накануне нашей встречи со спущенным колесом вы оказались на главной магистрали. Мы даже начали волноваться. Что я до вас не доеду, да? Как видите, благополучно добралась. Ну, как бы вот такая-то жизнь. Иногда случается разное. И вот в дороге мы возвращались с Бухары. Так получилось, что вот на трассе Самарканд-Ташкент, нас просто спустило колесо, и мы остались на дороге. Но вы знаете, мне было так приятно, что каждая, просто практически каждая проезжающая машина, водитель останавливался и спрашивал: вам помочь? Ну, конечно, видя вас, или не знаю. Нет, не потому что они видели меня. Поверьте, меня было в этом состоянии не узнать. 5 утра. Я даже не расстроилась. Мне это даже подняло настроение, потому что для меня это какой-то экшен, приключение. Было прикольно. Благо у нас было и запасное колесо, мы все благополучно поменяли. Я даже помогала своему водителю. Да, я как-то так для себя решила, что мне проще быть пассажиром автомобиля. Во-первых, это очень экономит мое время, потому что если я дома, то я стараюсь больше времени проводить с семьей и с детьми, а если я еду куда-то в дороге, как мы знаем, уже все дела делаются по телефону. И это экономит очень сильно мое время, когда я на заднем сиденье могу быстренько решить все свои дела. Тем более, когда есть кому довериться. Конечно. Конечно. Ayol sifatida qolaversa, ayol sifatida sizni juda ham yaxshi tushunaman. Sababi agar yo'l sevimli shahar sari olib borayotgan bo'lsa, yon atrofni tomosha qilib, mazza qilib ketganga nima yetsin? У меня это такая проблема бывает, причем, видимо, еще потому, что я человек творческий, и когда я в дороге, у меня постоянно какой-то ассоциативный ряд, я слушаю музыку, и все, я начинаю что-то обязательно придумывать, видеть какие-то картинки, думаю, так, а вот здесь надо вот так, а вот, и все. И я потом, через какое-то время просто что вы не за рулем прихожу, сейчас, да? Когда была за рулем, прихожу в себя и думаю, так, стоп, где я и куда я ехала? Поэтому все, я поняла в один момент, что пора с этим... Keling mana shunday ilhom baxsh qo'shiqlardan birini tinglasak. В любой ситуации вы ищете плюсы. Порой это сделать нелегко. Даже если мы знаем, что мыслить надо позитивно. Но это нужно, видимо, себя так дисциплинировать и потом к этому привыкнуть, чтобы это стало просто твоим образом жизни. Любую какую-то жизненную ситуацию, возможно, даже какую-то самую трагичную, порой нужно уметь принимать как что-то не то чтобы должное, а просто уметь принимать. Не бороться с этим, не плыть против течения. Вода, она течет вниз, то есть иногда нужно просто принять и понять, что для тебя это самый наилучший выход. Bunaqangi tamoyillarga rioya qilish uchun shaxsiy tajriba bo'lish kerak. Boshimizdan o'tkazsak, mana shunaqangi vaziyatlarni, shunaqangi tartib-qoidaga rioya qilishimiz osonroq bo'ladi. Я думаю, что это и есть мудрость. Нужно всегда находить выход всегда видеть свет в конце туннеля, всегда к чему-то стремиться. То есть не отчаиваться и не винить весь мир. Вот почему так, вот у меня это случилось, потому что винить каких-то людей, обстоятельства, винить Всевышнего, только не себя. А все начинается на самом деле с тебя. Когда ты внутри поменяешь что-то, когда произойдет такой щелчок, и ты поймешь, что надо просто посмотреть из другого ракурса на ситуацию. Ты сам не заметишь, как вокруг тебя все поменялось. И то, что вчера казалось для тебя концом света, сегодня для тебя покажется началом чего-то прекрасного. Ну, глядя на ваши детские фотографии, можно сказать, что буквально с пеленок вам присуща. Да, у меня мама, это мама. Это моя мама, потому что я до сих пор помню, как я приходила со школы и вот открывала дверь, и моя мама просто на весь дом «Привет!». Вот эта улыбка, вот этот ее постоянный какой-то, знаете, вот приподнятое настроение хорошее. Я приходила домой, и я чувствовала себя дома счастливой. И я убеждена, что у меня было просто, я не знаю, мое детство – это одно из самых счастливых периодов моей жизни. Но об этом говорят и фотографии. Давайте посмотрим. Да вы что, серьезно? Прямо сейчас? Это я у бабушки. Платье какое модное, в горошек. Вспоминая свое детство, у меня, конечно, самые теплые, самые светлые воспоминания. Я очень рада и благодарна своим родителям, что они смогли подарить мне такое счастливое детство. Но этот опыт вы уже применяете? Да, я стараюсь. Когда приходит моя мама ко мне в гости, она говорит: какие у тебя детки избалованные, вот вы были не такие. Я говорю, ну, что поделать. Поколение меняется. Другое время, другое поколение, да. Aslida barcha yutuqlarimiz zamirida bolalik yotadi. Chunki bolalikda o'sha o'zimizga bo'lgan ishonchning shakllangani sabab ham katta bo'lganimizda katta yutuqlarni qo'lga kiritamiz, marralarni zabt etamiz. Xuddi qo'shiqda kuylanganidek, qo'lingda imkon, ey jajinson. Hech e'tibor berganmisiz? Bolalik chog'imizda qay birimizdir o'qituvchi, qay birimiz tikuvchi, yana kimdirimiz esa haydovchi bo'lishni niyat qilamiz. Biroq ulg'ayganimiz sari negadir buning imkoni yo'qdek tuyuladi. Maktabgacha ta'lim vazirligining mazkur loyihasi bolalarimizni orzuga ishonishga, maqsadni aniq qo'yib, unga erishishga o'rgatishga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. Все начинается с детства и закладывается этот фундамент с детства. Я сама прошла через этот опыт, когда мои родители вселили в меня эту уверенность и сказали: давай, иди, у тебя все получится, и ты сможешь. И благодаря этому я сегодня сижу здесь, в вашей студии, и имею такую прекрасную возможность заниматься своим любимым делом, получаю такой опыт, такие знания. Они поверили и дали вам понять, что у вас все получится. Они верили, иначе бы они не стали бы этого делать, потому что у меня очень строгие родители, и меня они никогда не хвалят до сих пор. Буквально сегодня я сдала свой новый проект, и когда я показала его папе, первый раз в жизни, наверное, он сказал мне: отличная работа. И я говорю: и все, и даже не будет замечаний. Написал мне одну фразу: в этот раз нет. Точка. Для меня это была наивысшая похвала, просто потому что я никогда не слышала из уст своих родителей: ты самая лучшая, ты гениальная. Но вместе с этим, как они давали понять вам, что, доченька, у тебя все впереди, все получится? Вместе с этой верой в себя они еще и давали мне постоянный стимул над собой работать. Внедрили в меня ту мысль, что нет предела совершенства. То есть они говорят: ты можешь лучше. Ну, наверное, поэтому проект «Кулинда Имкан» получился таким. Честно? Да. Потому что это важно, это же все передается, когда прочувствовал все это, когда ты сам пережил все это. Пережил, поскольку я сама писала сценарий и режиссировала этот проект. Конечно, да. Так была довольна нашими детками. Они такие умнички, вот их глаза не врут. Они вообще просто с такой любовью все это делали, и это получилось так честно и искренне. Эту песню услышали дети, и сегодня она звучит на школьных праздниках. Правда? Давайте посмотрим видео. О, это здорово! Это и есть самая лучшая награда, потому что мы делаем. Haqiqatan har qanday qo'shiq o'z egasini topsa omadli deyishadi. Ijodiy jamoangizni mana shunday muvaffaqiyat tark etmasin. Rahmat. Во всех своих предыдущих клипах вы были, скажем так, неформальным режиссером. Но вот в этом проекте вы выступили как самостоятельный, настоящий руководитель съемочной команды. Не было тяжело? Нет, мне не было тяжело, потому что команда, в принципе, она уже такая состоявшаяся, и я работаю с этой командой на протяжении нескольких лет. Но ответственность здесь другая. Да, это страшно. Именно поэтому я никогда не решалась указывать себя как режиссер, несмотря на то, что я там пишу сценарий, и в любом случае я на съемочной площадке режиссирую, а потом вместе с монтажером мы сидим и еще занимаемся режиссурой монтажа, когда ты можешь поменять вообще весь сценарий и перевернуть его с ног на голову. Мне казалось, ну вот я сделаю, вот посмотрим на реакцию, а потом я решу. Вот была какая-то неуверенность, были какие-то сомнения на этот счет. А в этот раз я решила, что ну пора, наверное, время пришло. Bugun endi siz nafaqat xonanda, balki rejissyor sifatida yangi ishni taqdim etyapsiz. Да. Bu galgi klip ham oddiy emas. К сожалению, наше общество, как бы оно ни хотело, пока еще не готово к каким-то вещам, к тому же принятию каких-то людей и даже самих себя. Очень хотелось через эту работу передать всем людям самое главное, что наша сила в единстве. А как родилась идея? После клипа «Колин Даймкон» предложение поступило от Национального олимпийского комитета и Паралимпийской ассоциации. Пришла такая идея затронуть тему наших спортсменов, паралимпийцев. Для меня это герои. И когда мне предложили эту тему, я сразу согласилась, даже не обсуждала детали. Единственное, что я попросила, это свободу. И когда мне сказали, для вашего творчества нет никаких границ, пожалуйста, летите в своем творчестве и в своих фантазиях. За это я очень благодарна комитету, за то, что они дали мне возможность, поверили в меня и не ставили мне никакие рамки. Якуни натиже айтелик конгилдегидек болмаслигидан чочмадингизми? Сказать честно, никогда не боюсь. Когда я приступаю к какому-то новому проекту, я настолько им заражена, я так горю им, что я никогда не думаю о том, что у меня что-то не получится. Вот опять же, то, что в меня когда-то вселили мои родители, воспитали во мне, это никогда не сомневаться в себе и не думать о том, что будет плохо или что-то не получится. Нужно всегда брать планку самую высокую. Когда мне только сказали, что вот есть такая тема, паралимпийцы, наши спортсмены, первое, что пришло мне в голову, это супергерои. Потому что для меня это сверхлюди. Это люди, которые обладают такими способностями, которыми не обладаем мы. Они рождаются уже в каком-то, ну, будем говорить на чистоту, конфликте, да, с этим миром. И каждый день с самого их рождения им приходится бороться. Они борются как воины. И для меня вот это стало вдохновением, вот эта мысль, я представила их как храбрых, сильных воинов. И главной задачей было вызвать не жалость у зрителя, как это обычно мы привыкли видеть, а вызвать исключительно восхищение. Я попыталась их внутренний мир и то, как они себя ощущают внутри, вывернуть наизнанку. И получилась вот эта оболочка супергероев. И не случайно вот такая космическая, скажем, тематика, потому что, когда я смотрел этот клип, ощущение безграничности возможностей. Да, вы правы. Я надеюсь, что это видео станет хорошим примером для тех, кто пока еще не видит в себе эти возможности, кто пока не верит в то, что, несмотря ни на что, он может стать счастливым. Вот самое главное. И если уж говорить о паралимпийцах, 33 паралимпийца и 31 медаль в нашей стране. Мировые чемпионы, о которых, признаться вам, к моему стыду, даже я не знала, пока не занялась этим проектом. Лучшие в мире, вы можете представить, мы это же так круто. И когда вот это вот я говорю, у меня мурашки. И когда я вот это все с этим столкнулась, и я работала, я влюбилась в этих людей. А какие они самоотверженные, какие они трудолюбивые, а какие, с каким прекрасным чувством юмора, и какие они самоироничные. Вы просто себе представить не можете. Йоркан – это главный герой, который вот появляется с очень эффектно в нашем клипе, с него начинается все видео. У него нет левой ноги, он ходит с протезом. В один прекрасный день, когда была какая-то очередная там съемка, он сидит и я что-то говорю, вы что, не забыли там? Ну что-то он там, костюм, или вы не забыли? И он говорит, не забыл, а вот ногу дома забыл. То есть у них... И я в этот момент поняла, что он настолько самодостаточный, что он может так пошутить самоиронично, и это смешно, и никого это не задевает. Почему? Потому что он смог в своей жизни понять, кто он, принять это, не жаловаться на судьбу, а идти вперед до конца. И вот об этом наша песня. Sen dov yuraking gelmez jangchi Sening ortingda xalq ishonchi Qanotingni yoz aylagan parvoz Qonlaringni choz. Каждое новое знакомство учит нас чему-либо. Такое тесное общение с такими удивительными людьми, которые обладают особыми возможностями. Чему научила вас? Я просто поняла в очередной раз, как прекрасна эта жизнь. И несмотря на то, что мы все очень разные, мы должны держаться вместе. А вы знаете, что вот один из паралимпийцев, который снимался в нашем клипе, кстати, это Йоркан, он вообще мечтал стать актером. Мечты сбываются. Да, я говорю, смотри, твои мечты сбываются. Ты думал, что ты будешь играть супергероя? Не думал, но мечтал. И как он сыграл. И, кстати, в этом клипе нет ни одного. Ни одного актера, не считая, конечно же, гениальную Рано Шадиеву, все спортсмены, все паралимпийцы, когда вы будете его смотреть, вы просто в это не верите. Ты думаешь, нет, ну вот он же вот вроде что, он, наверное, точно актер. Нет. Ну, накануне состоялась большая премьера этого клипа, и давайте послушаем самих спортсменов, самих участников, понравилась ли им работа или нет. Давайте. Atalgan klipni ko'rdik. O'ta mahorat bilan ishlangan, motivatsiya beriladi bizaga. Borib rol o'ynadik, to'g'risi, qaniydir men sizga qanday tushuntirsam bo'ladi. O'ziga yarasha hayajon. Aktyorlarga juda qiyin ekan. To'g'risi, awesome emas ekan. Men o'ylayman juda zo'r klip chiqdi. Men bu klipdagi To'maris rolini ijro etdim. Biz bunchalik a'lo darajada chiqadi deb o'ylamadik. Shunaqangi o'zimiz ko'rib, shunaqa holat bo'lib ketdik-ku. Bizga rosa ruhiy tomonlama bizga kuch berdi. Xudo ursa biz shu hammamiz 6 medal olib kelamiz Indoneziyadan. На съемочной площадке было непросто. У них были такие сложные и тяжелые костюмы. Кстати, отдельная благодарность нашему художнику по костюмам Хилоли Шер. Она меня тоже удивила. Вообще на этом проекте меня удивили все. Если вы будете смотреть и обратите внимание на каждую деталь, то есть там каждая строчка, каждый замочек, обувь, все сделано так идеально. И это были очень тяжелые костюмы. Они были из чистой кожи. В эту жару это была как раз Челябь, 50-градусная жара. И вот наши спортсмены с утра до ночи просто вот на этом солнцепеке они трудились. Ну а Сарвар и Камиль что сказали-то? Я могу вам дать послушать. Хотите, дам послушать их сообщение, что они сказали? Сейчас, минутку. Они отправили нам видео тоже, но давайте сначала послушаем, что они вам сказали. Просто вот одно сообщение, которое мне отправил Сарвар после того, как я... Потому что они сейчас на гастролях, не в Ташкенте. Они на гастролях, и мне пришлось по телеграмму отправить им клип. Они авторы музыки, слов, аранжировки. Тоже, ну, как всегда, Сарвар и Камиль. Когда услышала песню, сказала, ребята, мы нашли клад. Это так нескромно, но это действительно так. Все так сошлось, как пазл. То есть она и мотивирует, и в то же время она очень трогательная. Хамма бурджамо, бурсуз блайнткен, да? Лола, это что? О боже, это шедевр какой-то, новинка, пожалуйста, трек. Ну, в общем, вот примерно так. А вот что они сказали в своем видео? Ну-ка. Assalomu alaykum. Lola, salom, Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Va albatta bizni ko'rib turgan bo'lgan sevimli telekanalining ashaddiy muxlislari siz bizni ko'rib turganingizdan biz juda ham baxtiyormiz. Rossiya bo'ylab gastrol safarlarimiz sababli ushbu premyerada qatnasha olmadik, lekin biz qalbimiz bilan siz bilan birgamiz, bir jamoamiz va mana shu bir jamoa nomli loyihada ishtirok etganimizdan juda ham baxtiyormiz. Taklif uchun alohida rahmat bo'la. Va o'ylaymizki bu tarona, bu klip barchaga birdek yoqadi va ayniqsa paralimpiyachilarimizga va nafaqat paralimpiyachilarimizga, balkim umuman barcha jabhadagi yoshlarimizga insonlarga motivatsiya, yana bir kelajakda bo'lgan ishonchni yana ham orttirsa, biz bundan baxtiyormiz. Biz o'z vazifamizni uddaladik deb o'ylaymiz, agar bu klip sizga yoqsa. Hozir endi klipni xuddi sizlar kabi efir orqali biz ham ko'ramiz. Hali o'zimiz ko'rmadik klip. Hozir ekran orqali biz ham sizlar bilan birga tomosha qilamiz shuni. Мы уже говорили, что это не просто клип. В каждом кадре есть особый смысл. Да, вы правы. Есть тайные послания тоже. Их очень много. Если смотреть этот клип очень внимательно и пересматривать его несколько раз, вы увидите такие детали, которые, возможно, при первом просмотре вы не заметили. Есть одно засекреченное послание для зрителя. Я его не раскрываю. Мне хочется, чтобы зритель сам его нашел. И кто его найдет, можно даже объявить конкурс в соцсетях. Ну давайте прямо сейчас. Давайте. Объявим. Объявим. Почему нет? Да. Демак Бринч Дахикалардан Сунь на мощи Ладьян клип на Дыхкат Блин Тамоша Калинг в Лоладан Махсус Солга Айнан Сызучун. Ну и спасибо вам, что пришли именно к нам. Спасибо вам, что пригласили. Я к вам прихожу всегда с огромным удовольствием. Вообще, как уже год, наверное, как я уехала в Москву, я жду, когда же у нас с вами состоится встреча. Вот какой приятный повод. Я надеюсь, у нас будет еще другая встреча. У наших зрителей очень-очень много вопросов. Но это в следующий раз, а прямо сейчас премьера. Shijoat chaqnar sening ko'zingda, tuganmas ishonch bu yuragingda. O'zingga ishon, bu senga imkon, isming porlasin tarixingda. Yagona yo'l, yagona manzil. Yoki hech qachon, yoki hozir. Qo'rquvingni yut, sen bilan bu yurt, qo'llaringni tut. Kel birlashaylik, bir bo'laylik, sen bir o'zingsan, sen o'zingga ishon, intil har on, to'sa qo'rqmasdan, barchasi qo'lingda, dushmaningda, seni hech kimdan kam joying yo'q. Bayrog'imiz ko'targan balandroq. Sen yurtning faxrisan, buyuk yurt farzandisan, kelajak avlod izingdan yursin. Sen dov yurak yengilmas jangchi, sening ortingda xalq ishonchi. Qanotingni yoz, aylagan parvoz, qo'llaringni choz. Kel birlashaylik. Check in my